привет! Друзья, сегодня я легко и быстро приготовлю оригинальную закуску, а именно тарталетки с тунцом. Закуска по этому рецепту получается красивой, праздничной и очень вкусной. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте, и не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала небольшой свежий огурец мелко нарезаю. Вареный картофель также мелко нарезаю. Осталось подготовить вареную свеклу, ее также мелко нарезаю. Все подготовленные ингредиенты я переложила в миску. Сюда же добавляю мелко нарезанный зеленый лук. Для рецепта я использую тунец в масле. Я с него слила полностью все масло и немножко размяла его вилочкой. Также тунец добавляю в миску. Массу немного посолю. Все заправляю майонезом и хорошо перемешиваю. Для рецепта я использую небольшие песочные тарталетки. Полученной массой наполняю тарталетки. Праздничные тарталетки с тунцом готовы! Вот такая яркая, красивая, оригинальная и очень вкусная получилась закуска, которая обязательно понравится и вам, и вашим гостям. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски, и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!